Всем здравствуйте. Время 5 час. Я уже давно не сплю. Просыпаюсь. Часик закимарю, 2, опять проснусь. Луна как светит. Вообще, эта ночь тоже опять была. Что луна так светила, что крыльцо аж освещалось. Чалик со мной вышел. Виля уже забежал домой. А Доля спит со Светланой. Пускай себе спят. Светланка уже собирается. В свой день рождения она все-таки решила поехать в больницу помогать. Ну, потом приедет. Так, Светланка? Вот там некоторые пишут тебе, что это все ложь. Куда ж ты ездишь? Ты сидишь дома и никуда не ходишь. Ой, Господи, Боже мой, что должна отчитываться, что куда я езжу? Все правильно. Так, мама? Ой, Стетенко, люба. Діти валяються і матері бачать, а? Ай, тут довбий. Ну що ми зробиш? Нічого страшного. Орки вже убігають. Вони тільки вміють гадості в коментарі писати. Ці бідненькі солдатки не бачать, що як ми валяємося. Теперь их так обложили, что они теперь будут знать. Что, не дай бог, конечно, такого. Потому что родители отправили служить детей в армию, а им потом приходят повестки, что они померли. Благодаря дурному командованию. Не надо быть жестокими по отношению к своим людям. И вообще по отношению ко всем. Так, ну что, едем. Я вам тут наследила немножко. Вы с бабушкой уберете. Ничего страшного. И готовите картошку. Вечером приедет Коля тоже. Да позвольте, я тебе поеду заберу. Ну, наверное, может даже и с Коля приеду. Я не знаю, до скольки он там будет. Уже тоже там работает. Все. Ну, Коля раньше пошел. Коля с 8 уже там в больнице. Все, давай. Пошли. Хорошего дня. А, мам, ты положила? Ты хотела, чтобы я тебя запустила. Все положила в машинку? Я запущу потом. Запустишь. Мам, Коля, это, Андрей включит тогда. Андрей включит машинку. Все. Ну. Да. Все. А где Чарлик? Чарлик, он на улице. Чарлик. Эти захотели себе дома быть. Мне не холодно. Мне не холодно. Будулай, мам. Просто будулай, мам. Да? Я им лед разбил, да они льдом игрались. Холодно. Ну, ладно, да. Ну, я тебе хочу сегодня сказать, что более-менее, по крайней мере, ночь была, что только во сколько? В час? 12 была, да, сирена? В 11 с чем-то, да. А потом снова было. Ну, да. Что сделаем? Хорошо, приеду я, потом созвонимся. Я когда приеду, говорил, я тебе перезвоню, а потом, когда буду на месте, тоже перезвоню. Хорошо, да? Хорошо. Ну все, папа, давайте. Пока. Пока, мама. Чарлик провожает тебя. Провожай. Позвонишь потом, Светлана? Да, позвоню. Все, давай, пап. Еду Светланке, куплю цветы, пока она там в больнице помогает. Я куплю цветочки Светланке. Все-таки день рождения. Я понимаю, что не до праздников, но хоть какой-то подарок подарю, цветы. Сейчас здесь на Ксениевке поеду, посмотрю. Там должны быть цветы. Заодно еще корм у меня есть. Еще опять собачек покормлю. Там некоторые пишут воду. Там вода у меня есть в багажнике, а проблема в том, что я ее не вытаскивал, она замерзла.
и превратилась в лед. А забываю всю бутылку новую положить. Там на рынку, то когда я даю им кушать, то там я не знаю, какая-то фабрика непонятная ли, там сторож есть, и он этих собачек тоже подкармливает, и вода, по-моему, есть тоже у них там, дает воду. Сейчас поедем, посмотрим, чтобы цветочный магазин был открытый. Такого ничего, сейчас почищу картошку. Вчера я еще успел купить фаршу, котлет сделаю, ты картошечку толченку, ты я думаю, что будет нормально. Сейчас, пока Светланка еще не приехала с мамой, будем картошку чистить. Я купил как раз сегодня картошки. Карандашом морковку начистил, морковку кушаю. Ну-то попробуем, какая картошка. Чарлик морковку кушает с сверчиком. Наверное, за мало надо будет еще, наверное, морковки. Ну, хай уже дай дядя, потому что я думал, что за много. Нет, а там еще есть. Что там одно? Красиво. Уже как полчаса. Воздушная сирена будет. Это я специально включаю. Когда и видео снимаю, я специально включаю. Надо было мне. Нечего нам делать, и я специально беру и включаю тревогу. Так, чтобы играться. А Фили уже не мамин, уже так холодно. Да я сейчас дам им еще. Сейчас я дам. Сейчас я им еще начищу морковку. Я включаю постоянно радио на кухне. Включаю. Такое надо знать, когда воздушная сирена бухнет. Всякое может быть. Сейчас еще морковки дам, сейчас. Что-то я за мало почистил. Перенось, на. А здесь тоже я взял, сейчас, сейчас. Пришла по морковку. Ой, господи, боже. Я не думал, что они так быстро сидят. Давай, вылазь, дурочка. Вылазь, я закрою, что спать. Ты тендер, что ты вышел. А? Давай, скажи, пока я все скажу. А, видишь? Сейчас, сейчас я даю. Еще и ветер на улице сегодня. Пусть холодный. Понятно, да. Я морковки тоже подкупил. Так, братья-кролики, любители морковочки. Да чайник слабо ест. Эти то быстро кушают. Да ведь так наемся. А чарлик помалу, помалу. А где Петяна? На чарлик покушай. Чарлик смотрит. Ты ж ногой. Да, ну. Подожди, ребята. Так, а есть. О, видишь, какой разрезок. Пить мы все пить, чтобы не было. Вот так. Я сейчас картошки начистим. О, уже и упала картошка. Все внутри черные. Ну. А что сделали? А что мама сделала? Какая есть? Ну, черная есть. Чтобы мы хайтуны такой. Ну, смотри, как черный. Ну. Не, мама, так будет, наверное, плохо. Не такой будет ночью. Вот так, крышка падает, и как упорт. Как будем так чистить? Ты придумал на цепу просто. Ты не мог на кружочек. Что будет? Не дай бог так ляпнешь. А что будет? Скажи, ничего не будет.
Лидочка, а морковка-то? Мы ж картошку не возили. Все, мы ж картошку. Картошку не возили. А ну за что? Ты не брал уже тёк. Да, говорю, уже видео успевает. Зима, куда? Да, она быстро забирает весь. Ого, какая она очень черная. Сейчас как раз начистил. Я уже позвонил, что с Николаем будет ехать. Сейчас Николай заберет Светлану. Ты приедут вместе. Сильно черная, правда? Значит, я больше не буду там покупать. То я брал всегда у Марины картошку, она намного лучше была. Эта картошка вроде и крупная, хорошая, а лишкая она черная. Ну то слава богу, хоть такая картошка. Она упала туда, в пакет. Я еще вчера, нет, позавчера был, фарш купил, нажарил котлеты, отварил картошку. И такой-то что сделал, салат оливье сделал. Сегодня еле горошек нашел. Я думал, что салат будет без горошка. Но хорошо, что нашел. Ты больше что такое? Цветы купил. Светлане розы купил. Ты из сколько? Ну, Светлана 71. 71-го Светлана. Я 68-го, Светлана 71-го. Да сколько Светлана? Он и 70-го. А я же говорю 71-го. Он не хочет, он 60-го. Да, ну, я 61-го. О, что там? Тимоха бушует. Пусть картошку ему. Не, не, картошку ему нельзя. Дурай для него. О, Доля, ты помнишь, как Доля ела? У мамы пекинес была собака. То она картошку так любила. И не знаешь, как, что ей и плохо не было от картошки, правда? Ну? Так она любила картошку страх. Она вообще маленький синик ел. Все подряд ела. Да, помидоры, салат зрукач у нас, салат тесто, горочек. Да, она все ела. Ну, что ты молодец. Не, хорошая собачка была, но она, как говорится, дожила до своей смерти. Я ее уже так увоняла. Уже старенькая была, все. Ровно. Она тоже у нас старая. Ну, мама уже и слепая была, она уже даже не видела. Уже на улицу я выводил, то она по запаху, по стенам и домой доходила. Ну, уже старенькая была. Последний раз купала, она пятный катар вспоминала. Я просто воняю уже, деточка. Но у нее опухоль была, ей делали одну операцию. А вторую операцию она бы не перенесла, сам врач сказал, что наркоза бы не выдержала. Это для чего, чтобы она под наркозом умерла? А так она еще сколько прожила? По-моему, года два или три после того. Так хоть прожила. О, смотри, ну и картошка. Не сильно хорошая. Хорошо, что я меньше взял. Я еще хотел сетку здоровую брать. Хорошо, что маленькую сетку взял. Я скажу, уже не дешевая картошка. Килограмм 28. Что? Ой, наплачешь. Дорогая. Стирай, то с этой треба вкрутить с этой своей. Буде там повырастает там будет патрон. Ну, не надо. У нас такого огорода нету, чтобы большого, чтобы картошку можно было насадить. Ну, сколько ты насадишь? Ну, сколько? Ты уже его садила. Выросло много картошки. Так ты садила. А, что ж, под забором не садила. Ну, не лук посадил, то и гнилю видно. Надо горненько якусь посадить. Надо мама земли завести. Посмотрим, как оно все будет хорошо. Ну, сколько перережешь. Надо будет земли завести землю, подсыпать чернозема, потом уже нужно что-то садить. Посмотрим, как в этом году будет. Ну, слава богу, чем бы тут было масенько площадь. Да были помидоры, были огурцы, были кабачки. Что мы не купили, закрывали-то их.
Да, у морозилки сколько заморозились, лампа имеет. А ты говорила, тут половину будет черного, ты говорила, надо побольше, что будет, ты картошки. Ну, Господи, там уже повитрена тревога, уже и снится. Ну, хорошо, что не летит на нас ничего. Слава Богу. А ты помнишь, как это холодильник, как у Гринівцях у бабки, то яка картошка хорошая, угу. Як кулак здоровенный, хороший. Это кадушка. Чернозем там, сынок. Там чернозем, картошка хорошая. Там все вроде, знаешь, что там масленько будет. Но тоже надо поле менять. Если ты садила картошку год-два, надо будет, чтобы земля отдохнула, что-то посадить. Или траву, ну любое, что-то другое посадить. Чтобы земля чуть отдохнула. Не только одну картошку на одном самом месте. Я знаю, что так лучше, я знаю. О, ну я видно, настыкай уж пахнешь. Ага. Свинью покормишь. Ну и нету свиньи у нас. Ты хочешь свинью? Хочешь свинью, чтобы орки пришли и съели свинью? Не бойся, они сюда не дойдут. И видишь, орки у людей забирают и телефоны показывают. Не дают людям, чтобы они даже звонили. Вояки. Так перестрелять. Вояки, елки-палки, то вояки. То деточок, то то. Давай, еще по одной, и все, мама. Еще по одной-то хватит. Еще хватит. Да, конечно. Она разрежет, а то что останется, то же не такая. Ну, что сделаешь? Мне кажется, что она вообще как замороженная. А может, она и была, может, ее пока везли в машине. То есть в мешке мороза. Да, хорошо, хоть есть, я ничего не говорю. А то, ну, дай бог, я ничего хотел. Ну, без картошки были бы, ну что сделаешь. Макароны бы ели, рис, крупы. Что сделаешь? Хоть так хорошо. Хочешь. Ну, от тебе все, считай, что-то сеточка и полсетки это уже нет. Не? Давай мне нож, ты. Давай сюда. Все, мама, то. Я думаю, что хватит картошки. Хватит, она сейчас перережется. Да, конечно, еще наполовину перережется и будет. Оставляй это сам. А что ты делала там? К тебе бегала в спальню, что ж она могла делать? Она уже, наверное, там у тебя бегала. Оставь, мам, я сам положу, оставь. Светланка уже приехала. Да, тебе и день рождения, так, Светланка? Да, день рождения. День рождения у Светланки. Спасибо, кто поздравил. Спасибо, кто на вайбер мне пишет. Наши зрители, большое-большое спасибо за поздравления. Я всем желаю здоровья крепкого и, главное, мирного неба на земле. Так, вроде бы я все вытащила, да, это я брала собачкам бездомным. Что-то набрала. А? Кстати, знаете, что я купила, мам? Я семена купила, Андрюш. Да. Посмотри, сколько я семен купила сегодня. И перец. Скромный подарок. Да? Спасибо большое. Вот в этом году, извиняюсь. Спасибо большое. Такой спасибо. День рождения. Да, поставим сейчас, делать. Я только руки помою. Будет только, да, хорошо? Спасибо, очень красиво. Спасибо. Я зашла в Вавилон, смотрю, утром. Семена, думаю, никогда в нем не видела. Думаю, да возьму, кто его знает. Кто его знает, что дальше будет. А в огороде, пока живем, надо что-то садить. Садить треба, потому что да.
О, бурячок, а почему такой набор? Ну, такой. Ну, я, короче, это что видела, мам, то и купила. Ну, ну. В магазинах уже потихонечку что-то, это мне кто-то звонит. Думала, что уже матери. Много чего завозят, у нас молодцы. С продуктами позвонят. А, чеки, по-моему. Помидорчики. Алло?